с вами Полли. Сегодня я хочу поговорить о телефонах, которыми мы с вами пользуемся, наверное, все или большинство из нас, и о том, как защитить собственную конфиденциальность. Я, конечно, понимаю, что некоторые из вас уже знают о том, о чем я сегодня хочу поговорить, но я все равно буду рассказывать. Когда вы пользуетесь какими-то приложениями, вы даете разрешение на использование, например, диктофона или памяти или камеры, но это еще не все. Прежде всего хочу сказать об этом, но есть еще один пункт, немаловажный, о котором мало кто знает. Я хочу вам посоветовать, зайдите на своем телефоне в настройки и выберите какое-нибудь приложение. Я рекомендую выбрать какой-нибудь мессенджер, к примеру, которым вы часто пользуетесь. Посмотрите, какие у вас там разрешения. Например, если есть разрешение камере, а вы камерой не пользуетесь, будет лучше, если вы это разрешение выключите. То же самое касается диктофона. Конечно, нельзя утверждать, что кто-то собирает информацию и слушает или смотрит через вашу камеру или через ваш микрофон на телефоне все, что вокруг вас происходит, но будет не лишним, если вы отключите эту функцию, если вы ей не пользуетесь. Еще я недавно обнаружила в одном известном мессенджере, я не буду называть, вы сами посмотрите и, может быть, найдете, что кроме этих разрешений, ниже в настройках есть еще такая функция, как установка сторонних приложений. У меня она по умолчанию была включена. Почему я вообще начала на это обращать внимание? У меня вообще большая память в телефоне, достаточно значительная, и я стала обращать внимание, что у меня уменьшается резко память. Я все почистила, у меня фотографии все на съемной карте, и память уменьшается резко просто. Я начала смотреть настройки приложений и заметила, что стоит вот такая какая-то функция, которую я раньше не видела. То есть было разрешено устанавливать какие-то сторонние приложения для конкретного этого мессенджера. Я, конечно, эту функцию отключила и советую это сделать вам. Потому что, как бы, что там за приложения еще устанавливаются? Ну, лучше будет, если каждый из нас будет это делать осознанно, и будет каждый сам из нас решать, какие ему приложения устанавливать, а не доверять это, ну, в общем-то, мессенджеру или любому другому приложению. Поэтому посмотрите, нет ли у вас такой функции. То есть разрешение на камеры, память, там, диктофон – это одно, а ниже в настройках еще может быть разрешение на установку каких-то дополнительных приложений для конкретно этого приложения. Если вы не пользуетесь какими-то расширенными настройками, какими-то расширенными функциями, я считаю, что все, чем вы не пользуетесь, лучше сразу отключить. Я считаю, что это будет правильно для вашей собственной конфиденциальности, вашей и ваших близких, поэтому послушайте мой совет и напишите, пожалуйста, в комментариях, что вы об этом думаете. И не забудьте проверить эти же все функции на телефонах хотя бы своей семьи и друзей. Всем спасибо за просмотр. С вами была Полли. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, нажимайте колокольчик, ставьте лайки. Всем пока!